В юбилейный тур по стране отправились «Ночные волки». Этот байкерский клуб стал известен благодаря своему основателю Александру Хирургу. Поездкой по России клуб решил отметить свое 30-летие. Правда, сам лидер путешествовать на мотоцикле не будет. По словам его коллег, Хирург готовится к грандиозному шоу. В Хабаровске «Ночных волков» встречал Даниил Маевский. Под рев моторов и громкую музыку на площади Славы встречают гостей. Хабаровск стал вторым городом на карте составленного маршрута. Стартовали «Ночные волки» во Владивостоке в честь 30-летия клуба. Байкеры, или как просят они себя называть, русские мотоциклисты, решили проехать через всю страну и в каждом пункте остановки посетить святые места и памятники боевой славы. Очень красивый город, очень такой домашний, ухоженный, вежливые водители, хорошие люди. А состояние дорог, оно везде приблизительно плюс-минус одинаковое. В городе у вас прекрасные дороги и большое количество светофоров. Питбуль – не настоящая фамилия Дмитрия. У каждого здесь свой позывной. Самый известный в России мотоциклист – Хирург. К юбилейному туру пока не присоединился. До того, как стать «Ночным волком», Александр Залдостанов был дипломированным врачом. Именно он является основателем официального клуба мотоциклистов тогда еще в СССР. «Волки» часто участвуют в официальных мероприятиях, дружат с политиками и самим президентом. За это часто подвергаются критике. Мы не собираемся никому ничего доказывать. Никому ничего в угоду кого-то там вилять там хвостом и делать реверансы мы не собираемся. Мы такие, какие мы есть. Младшие братья у «Ночных волков» есть во многих городах. Костя Боец состоит в хабаровском клубе. Бизнесмен в повседневной жизни каждый вечер перевоплощается в брутального мотоциклиста. Исколесил пол Дальнего Востока. А когда ты едешь на мотоцикле, где бы ты ни был, ты как раз вот здесь. Вот в этот момент вот, ты ощущаешь все. Ты ощущаешь ветер, запахи, температуру. Это определенный кайф. И скорость, конечно. Следующая остановка будет в Благовещенске. «Ночные волки» планируют доехать до Севастополя. А уже там, в августе, состоится грандиозное шоу, подготовкой которого сейчас как раз и занимается Хирург. Даниил Маевский, Александр Шумихин, телеканал «Губерния».